Специальная или случайно испорченная маркировка чуть не на каждом окне. Члены Общероссийского народного фронта рассказали об очень странном ремонте трех корпусов авиационного техникума. В зданиях были поставлены пластиковые окна, которые оказались гораздо дешевле тех, что были заявлены официально. Изначально о подмене заявил человек, имя которого активисты раскрывать не хотят. Кировчанин заметил, что маркировка на поставленных окнах не совпадает с той, что заявлено в официальных документах. Разница колоссальная и в цене, и по качеству. А в маркировке хороший стеклопакет от плохого отличается всего одним символом – цифрой 4. Несовпадение активисты, а теперь и представители прокуратуры, заметили на всех стеклопакетах, которые подверглись их проверки. На нескольких окнах мы нашли, где-то были просто дырочки высверлены, где-то стояли вот такие заглушечки, ровненько вот как раз на цифре 4, которые позволяют отличить одну маркировку от другой. Ну вот опять то же самое, это другое окно, но тоже ровненько на циферке 4. Высверливаем. А вот тут вот замазано краской, вот видно, что... Кроме того, окна отличаются друг от друга толщиной стенок и количеством ребер жесткости. То и другое напрямую влияет на срок эксплуатации. Активисты ОНФ говорят, что заявленный стеклопакет от поставленного по цене отличается на 20% только по одному из трех корпусов авиационного техникума. Речь идет о контракте в 3 миллиона рублей. Администрация техникума, к сожалению, полностью проигнорировала, дважды проигнорировала обращение наших активистов и регионального штаба. Никаких устных и письменных комментариев добиться мы не смогли. То есть провести проверку нам дали только в присутствии прокуратуры. Говорится, что материалы проверок активистов Общероссийского народного фронта и представителей прокуратуры области уже переданы в полицию. В данный момент там решается вопрос о возбуждении уголовного дела.